Я извиняюсь, конечно, что-то капает. Не вижу. Эта лужа на обновленном казанском манеже стала чуть ли не гвоздем программы пресс-конференции. Но почему с купола капает, руководство так и не объяснило. Сегодня цирк показали после ремонта, вложение почти в 1 000 000 000 рублей. По словам директора, все почти готово. Это новое покрытие, оно еще как бы до конца совсем не сделано, но еще покрываться будет один раз. 11 месяцев ремонта, изменения уже со входа. Большая часть денег ушла на ремонт манежа, купола цирка. Но вложились и на зрительские ощущения. Что уж точно отличает старый цирк от нового, так это свет. На его полное оформление, световое и звуковое, вложили больше 120 миллионов рублей. Говорят, такого нет даже в столичном питерском цирке. Так что казанский зритель сможет уловить каждые моменты и нюансы. Они просто будут немного мощнее и посовременнее, чем были. Те уже как бы уже изжили свою. К работе с новыми прожекторами осветители пока только привыкают. У Елены Гореевой сегодня первый рабочий день после циркового апгрейда. Техника лишь готовится осветить, на что способны артисты. Фильтра еще не установлены пока, все нужно устанавливать. Теперь в цирке есть кондиционеры, новая вентиляция, такая же система в конюшне. Два кондиционера получается. Они стоят у нас вот здесь вот на улице, два больших. И в других цирках в два раза меньше. Ремонт цирка окончательно не завершен. Отладить и докрасить обещают до 17 марта. К первой премьере еще сутки и дошьют главный ковер манежа. Второй ковер для нового цирка. Еще один день, и он будет готов. Альбина Минибаева, Амир Залишев, ТНВ, Казань.